Игроки волейбольного клуба «Владимир» в ноябре и декабре могут остаться без зарплат. Несмотря на хороший результат в рамках чемпионата России в высшей лиге «Б» после 6 игр в этом сезоне у владимирского клуба 6 побед, у «Владимира» остаются проблемы с финансированием. Напомним, в этом году клубу в 2 раза урезали бюджет. В августе администрация города дополнительно выделила 2 миллиона, но этих денег уже не хватает. Сейчас клуб ищет финансирование от бюджетных и внебюджетных организаций. С финансированием сейчас везде туго, поэтому мы не драматизируем ситуацию, а работаем, ищем деньги, ищем финансы как бюджетные, так и внебюджетные источники. Поэтому не зацикливаемся на этом. Хотя, конечно, положение весьма трудное. В ноябре и в декабре мы сейчас входим без денег на заработную плату для команды, для клуба. Но ничего страшного, работаем в этом направлении. По результатам 4-го тура чемпионата России в нынешнем сезоне клуб «Владимир» оказался на первом месте турнирной таблицы. Всего после 6 игр команда набрала 18 очков. На 1 мяч от наших волейболистов отстает команда из Южно-Сахалинска. С ней клуб «Владимир» встретился в 5-м туре 17 ноября. По словам Андрея Булгакова, в этом году «Владимир» нацелен показать свой лучший результат. Для нас сейчас важен спортивный результат показать, потому что благодаря хорошо поставленному тренировочному процессу, благодаря хорошо подобранным игрокам команды у нас пока получается показывать яркую, содержательную игру, чем мы радуем своих болельщиков. Поэтому надеемся, что они довольны нашей игрой.